Всем привет! Сегодня я хочу приготовить кабачковые кексы. Да, вы не ослышались, мы будем готовить кексы, и они будут соленые. Итак, какие ингредиенты нам понадобятся для приготовления этих вкусняшек? Один кабачок молодой, либо цукини, одна морковь, достаточно большая луковица, понадобится чайная ложка разрыхлителя, сыр Филадельфия, один стакан муки, 2 яйца и сардельки. Если нету сарделек, их можно заменить на сосиски, колбасу вареную, колбасу копченую, бекон, все что у вас есть. У нас сегодня есть сардельки, потом мы будем использовать сардельки. Первым делом я натру на терке кабачок, отрежу все лишнее. Я буду натирать не на обычной терке, а с помощью блендера. У меня здесь есть функция терки, так что отправляем и натираем. Так намного быстрее и удобнее. Теперь туда же добавляем морковь. Луковицу я тоже разрезаю на несколько частей, чтобы было удобно его туда засунуть. Луковицу лучше брать такую, достаточно большую, тогда кексы получатся сочными и очень вкусными. Теперь мне нужно нарезать сардельки и нарежу их мелким кубиком. Предварительно сардельки нужно почистить. Сардельки у нас оказались сыром, так что будет еще вкуснее. Нарезанные сардельки я отправляю к овощам. Теперь сюда добавляем 2 яйца, одно и второе. Как следует нужно посолить и, конечно же, поперчить. Также по своему вкусу вы можете добавить и другие приправки или зелень. Теперь тщательно все это перемешиваем. Теперь сюда же добавляем стакан муки. И сюда же добавляю 1,5 чайные ложки разрыхлителя. Если у вас его нет, то можно взять соду и погасить ее уксусом, либо лимоном. Тесто наше практически готово, его нужно тщательно перемешать. Ну что, тесто для кексов готово. Я буду использовать силиконовую форму, вы можете использовать формочки, которые у вас есть. А форму я смажу предварительно оливковым маслом, можно его заменить на любое растительное масло. И подготовленную массу ложкой добавляю в формочку, немножко утрамбовываю. Отправляем кексы выпекаться в духовку, в разогретую на 180 градусов. Ну что, кексики готовы, они выпекались 25 минут. В принципе, уже можно их употреблять вместе с чаем на завтрак. Но мне хочется сделать что-то необычное. И сейчас хочу вам предложить украсить эти кексики, и тогда они станут идеальными для праздничного стола. Для украшения я буду использовать нарезанные маслины, оливки и зеленый лучок. Ну а крем я заменю сыром Филадельфия. Смотрите, какая красота, но это еще не все. Теперь красиво украсим оливками, маслинками, лучком. Ну что, наши чудо-кексы из кабачков готовы. Они подойдут для закуски для праздничного стола. Также можно их кушать на завтрак, на обед, на ужин, с чаем, с кофе. Короче, очень вкусно. И очень красиво, экспериментируйте, фотографируйте все, что вы приготовили, и мы ждем ваши фотографии, ваши результаты на нашей группе ВКонтакте «Семейная кухня», ссылочка в описании под видео. Ну а мы пошли кушать, всем приятного аппетита и до новых встреч, пока-пока!